Согласно договору на проектирование капитального ремонта Дюваллановского спуска, проектная организация получила задание, по которому должна обследовать инженерные сети Дюваллановского спуска, при необходимости произвести их перекладку или реновацию. Вопрос реновации касается канализационных коллекторов, проходящих под Дюваллановским спуском, состояние которых вызывает опасения у руководства города. Также должны быть восстановлено покрытие после всех работ и рассмотрен вопрос изменения движения транспорта для того, чтобы снять напряжение с польского спуска, где у нас двустороннее движение путем обустройства одностороннего движения по Дюваллановскому и по польскому. Сегодня идет вопрос разработки данного проекта. Проектировщики должны обследовать сети, дать предложение. Мы их рассмотрим, согласуем, проведем экспертизу данных работ.